Ну что у нас там? Масло надо доливать или уже доедем до дома? Да ладно тебе давление. Придумываешь ты. Ну, уровень практически. Все хорошо. Блин, стекло не помог. Ну, может сейчас какой дождик пройдет? Как вы думаете, пройдет сейчас дождик или не пройдет? Будем надеяться, что пройдет. И стеклышко помоет. Общем, 500 километров нам еще сегодня. Это у нас Вязьма. Ну, забор, соответственно. 18 июля, четверг, Вязьма, Смоленская область. Поехали. В 8 утра, без 5. О, сейчас мы тут надо пока в Суетово заедем. Надо нам там кое-что посмотреть, просили в магазинчике. Потом пока конфеты, пока то, пока это. Короче, это целый день сегодня будет. Это как крутить? Вот видите, вот. Только что, да, видели. Ну, хоть у нас и пасмурно, но все равно. Люди с открытыми форточками стоят. Как ты тут медленно не езди по такому покрытию? Ладно, тут пылесборник, пылесос. Пыль все равно пылищу поднимает. Все это летит в кабину. Так, сейчас у нас тут задача такая. Нам надо выскочить, нам же налево нужно, а не направо. Я помню, как-то раз стажера мне дали. Поехали. Что-то мы там в Москве выгрузились, потом поехали там. Я, наверное, рассказывал, ну, может, повторюсь. Поехали там в этот Белозерск, там, Нижнемондома. Мы ее Мондома называли. Так, все это хорошо. Ну, то сейчас там не проедет. Как это мне надо ему уступить дорогу? Повернул. Вот. Так, слева там. Ё-мо, слева никого и справа никого. Поехали. На следующем повороте поверните. Вот. И уже там оттуда возвращаемся. Получилось все так быстро. Короче, мы там вдвоем, типа как экспресс сейчас ездят. Валбересы, там вот эти все деловые, да, ну и вся вот эта вот экспресс-компания, которая... Мы тоже, у нас тут спать не получалось. Почему-то все как-то так быстро было. Ну, мне и стажеры-то давали в Минске, чтобы мы прям там бегом, галопом по Европам, вот там так ждали в России. Ну, правда, медикаменты везли. Правда, там, да, я приехал. Мы приехали, и нас там что-то за 2 или 3 часа нас уже растаможили, отправили выгрузиться, погнали в эту Мондому. Там приехали, там эти доски уже готовы. Нас... Короче, мы назад возвращались, сил у меня ехать уже больше не было. Я говорю, брата, а шли через Тверь, через Бежецк там, через Тверь возвращались. И это, говорю, братан, давай тут. А, Зубцов прошли, и вот получается, вот между Вязьмой и Зубцовым здесь вот кусок дороги. 100 километров, тут может 100 с чем-то, 150, там я точно не помню, тысячу лет не ездил. А было уже утро, там что-то 3 или 4 часа утра. Я говорю, давай, ты тут рули вот по прямой, спать не хочешь, ненормально, говорит. Давай, рули тут по прямой, а я просто, ну все, я просто уже, ну я не мог, уже все, засыпал. И вот здесь бы вот мы должны были выехать, ну вернее, мы тут и выехали. Вот Сычевка, вот через Сычевку, и вот здесь вот на этой дороге. Сюда, вот оттуда вот, справа. Ну и это, ну и все. И тут, ну,
лег, как ни крутите, ну просто после такого напряга меня вырубило. Я просыпаюсь от того, что машина стоит, поворотник работает. Я голову с этого спальника поднимаю, говорю, что случилось? Говорит, машины пропускаю, стою. Он вот оттуда сюда приехал, в эту дорогу встал и машины пропускаю. Я не могу вдуплить, где мы находимся. Потом постепенно начинаю понимать, и я смотрю, у него левый поворотник работает. То есть вот он оттуда приехал, нам на Минск надо, а Москва туда. А у него левый на Москву работает. Я говорю, а что я говорю налево? Так нам же туда, говорит. Ё-моё, вот хорошо, что проснулся. А так бы, сейчас бы тут на Минку бы выскочили, и катил бы он туда, в сторону Москвы. И проснулся бы я где-нибудь там в Гагарине какой-нибудь там, или еще хуже, там в каком-то Дорохово. Вот бы было смеху. Я говорю, братан, нам направо. Ну все, мне понятно, сон прошел, мы тут куда-то сюда выехали, вон там Лукойл стали. Умылись там, морды поумывали, там пошли, там кофе купили. Все, давай, иди, отдыхай, говорю, ты устал. Но он правда реально устал. Ну там реально мы вообще не стояли. То есть получается, мы с Минска вышли. Я, получается, я приехал в Минск утром, с границы шел ночь до Минска. Мне дают этого стажера. Мы с ним погнали в Химках или где мы. Короче, я знаю, что мы в Химки приехали в 2 часа дня. Я своим говорил, говорю, я приеду после обеда, меня не растаможат. Едь, все там на мази. В 2 часа дня мы приехали, в 3 часа, в 5 часов нас уже растаможили. Мы поехали, разгрузились, погнали в эту мандому. Всю ночь туда ехали, там загрузились. И вот оттуда опять поехали, вот через Тверь, через Бежинск. Короче, вообще не стояли, от слова совсем не стояли. И все, такой экспресс получился. Братан, ты чуть не завез меня в Москву. Было такое, да. После я работал после этого парняка. Он тоже с просонья, я ж еще не там, нет, не говорю ему. Он тоже с просонья там уже, может, ехал. Полглаза смотрел, а все остальное спало. Я у него спрашивал, говорю, ты как? Говорю, давай встанем, поспим и поедем. Не-не, я нормально, тоже домой, там, быстрее, там, туда-сюда, ну, все, тогда порули здесь, потом, говорю, там, я тебе, ну, я опять сяду, и ты уже там будешь спать уже, сколько хочешь, ну, и сколько сможешь, вернее, на этом спальнике. Ну, так вот, ни в чем его не обвиняю, что он не хотел специально ехать в Москву, тоже, наверное, спросолил, не сообразил. Ну, да ладно. Так. Ну, у нас что? Ну, у нас ничего. Катим. 23. Все равно. Душно. Сафоново 70. Минск 460. Полтыщи нам. Ну, чуть меньше уже, да. Час 10 получилось. Связь мне сюда. Вчера поехал. За полночь бы даже зашел. В начале первого только прирулил. Сейчас минут на 15 заскочим. Ну и что, глянем. 60. Отпишемся. Дальше пошагаем, больше тут задерживаться не будем. Обед у нас сегодня в традиционном, ну, пусть он ходит, какой красавец. В традиционном месте будет на 509 километре Минского шоссе. Все как все, шашлык никто не отменял. Надо шашлыка еще здесь, пешком до Луны. Кучу дел переделать, плюс граница. Граница-то, по идее, я так думаю, должна быть свободная. Машин идет немного. Большой коллеги там быть не должно.
А вообще, по идее, ее там совсем быть не должно. Но это не точно. Доедем, тогда узнаем. О, такси. На иркутских номерах. Ни хрена себе. Это как? Это он с самого Иркутска тут едет? В Минск? Кто заказал такси на Дубровку? Да? Вы с Иркутска заказали такси на Минск. Перепроложить. Это что? Налево. Путешественница? Да. Путешественница в Минске РФ решила загрузиться. Куда-то, вот он ее повезет сейчас. Так, мы далеко не поедем. Вот здесь вот встанем. Потом здесь же по прямой выйдем. Как раз в магазин справа. Мне ни кафе, ничего не надо. Чисто магазинчик прогуляться. И дальше. Может, стекло помою. Ту походу. Дождя мы сегодня не дождемся. Бежит, 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 бежит. Бежит наш дизелюк. 140 литров приехал на остатки. Потом на 260. Должно где-то залезть примерно в два бака. Тишина, никого нет. Даже птички не поют. Помпуем, 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 до упора помпуем. Тебойл, это бывшая Shell. Не Лукойл никак, только Лукойл выкупил. Другой бренд сделали, типа, или что? Никто хочет на ней нет, на этой заправке. Это бывшая шелка. Перед границей. Вот подкатываем. Все, Красная Горка, полдень. 5 минут первого. Плюс 28. О, курва. Жарко. Кондёр не выключается уже. Вот весь рейс он не выключается. Я не представляю, если бы его не было. Как бы с ним поехал? Я уже пластырь склеил. Я уже лежал бы с этим. С инсультом. В Шанхае. Типу мне на язык. Что у нас тут робится? Сейчас забачим. А, страшно? Ойся, поехали. Ох, ё-моё, говорит, коляйки, говорит, нету. Смотрите, это что? Ецитская богомышь. Это откуда это тут такая фигня нарисовалась? Охренеть. Вот это девки пляшут. Ну тогда чего? Будем толкаться. Неожиданный такой сюрпризик. Честное слово.
2 часа 5 минут. Часа 5 минут заняло все это мракобесие, называемое колейкой. Да. На Россию зато никого, да. Вообще никого. А с России такая, да, что-то так это мы долговатенько. Я думал, ну, часу полтора. Управимся. 2 часа 5 минут. Ну ладно, что ж, момент рабочий. Я уже в это время уже должен мясо давно уже закончить кушать. Это мясо километров 100 ехать еще. Еще это. Еще 100 километров надо ехать. Ограничение 10, да? Не собирается я тут 10 ехать. 15 минут третьего уже. В 12:05 я сюда приехал. Стал в колейку. Как-то так вот нынче. Ну, несешь коту масленицу, правда? Где-то же должно же быть как-то там. Туча какая-то впереди. Дождик, наверное, будет. Погнали на родину. Прибор уже лежит. Все, я положил его. Паспорт. Потом закину его в папку. Привет, Беларусь! Больше месяца не виделись. Сегодня на почту. Да не понял. Сегодня 18-е. Уехал я из дома 11-го. Ну да, не. Месяц и неделя. Витебская область, Дубровинский район. Наши тут дежурят или нет? Инспектора транспорта дорогого. Последние разы тоже не было. Последние разы и колейки у россиян-то не было такой. Ну хотя, когда я заходил, колейка ж была. Это что-то мне фартило. Казино? Что-то нет никого. Пятьдесят, 70, 30, 20, 10. 263 километра до базы отсюда. Я так смотрю, вроде что наших не видать. В отпуске. Лето ж на дворе, жара такая стоит. И куда заезжать не надо, я уже тут все симки, все что надо, куда-то переставил. Полетели уже. Давно пора обедать. 2 автовоза стоят. На чеченских номерах. Колейку объехали. На Лукойле стали. Постояли. И потом залезли. Я в рацию услышал. Я видел, как они объезжали колейку. Думал, вот
так, метров 300-400 для Лукойла оставалось. И видел, как они заезжали. Наглость, второе счастье. Будил нас вот так вот. Тут монумент стоит, видите, жестокие бои здесь были. И фотик у нас здесь. Это единственный населенный пункт, который на белом фоне на этом участке. Ну, вообще на этой дороге, вот от границы до... Нет, ну там-то под Брестом тоже есть. Но до Минска единственный населенный пункт. Бандюган одноглазый стоит. Надо тут 60 сбрасывать. Если первый раз к нам едете, не забывайте, у нас в Беларуси нету плюс 20. У нас плюс 10. То бишь будете ехать 71, и вас уже сфоткает. И потом могут выловить. Даже если у вас... Ну, если номера белорусские, понятно, вам письмо счастья придет. А если номера там как российские, там еще какие-нибудь, то могут наши ДПСники поймать вас. Остановят, пробьют. Или как он, если в сторону Бреста идти, там, где предыдущая платежка раньше была, и доезжая платежки, стоит камера. Где бывшая платежка, там стоит будка. И там сидит, иногда сидит, иногда нет. И стоит камера за километр где-то не доезжая. И все, они по этой камере, оп, машины смотрят, и тут же база выскакивает. Есть у вас письма на счастье на вас или нет? Все, раз, если высветилось, что письмо есть, вас тут же тормознут. Если на грузовике, на фуре скажут, сделайте распечатку за тот такой-то, такой-то день. То есть, если за рулем были не вы, то тогда вас не оштрафуют. А если за рулем были вы в этот день, то... Ну, бит-то бицален. Правда, на месте все можно оплатить, никаких вопросов. Но... Так что вот у нас тут особо у нас со скоростью здесь не забалуешь. Хотя я как бы вот, ну, не очень. Все-таки больше приверженец вот этого плюс 20 допусков. Ну, бред. Это вот плюс 10. То есть вот по националке грузовику надо ехать 70. Ну, я считаю, это мало. Ни на какую безопасность оно особо не влияет. Будешь ты ехать 70, 78 или там 85, то это лично мое мнение. То есть мне больше по душе вот это плюс 20 рубеж. Допуск, вернее, ненаказуемость. Это нарушение, но это ненаказуемо, как в России. Ну, а мы дождик ждем. Сейчас вот-вот должно в черноту зарулить. Лобовичок, по-моему. Ах, какая прелесть. Сразу 20 градусов стало. Хорошо. Припило немножко жару. Правда, сейчас после дождя не сказал, что будет, наверное, хорошо. Там начнется еще больше испарения, влажности. О, видите, белки уже по обочинам. Так крючкуются. Дождь пережидают. А сейчас закончится быстро. Летний. Раз, два и все. Пять. Будто что-то сверкает или мне показалось. Не, не все крючкуются. Кто-то едет. Движение тракторов по данной автомагистрали запрещено. Я вот к товарищу обращаюсь. Не так же запрещено, я тоже так думаю. Если очень надо. Все, вот и весь дождик.
Ёма, а страху-ка было. Если я не ошибаюсь, здесь был хороший источник с водичкой. Надо заехать водички наливать. Как-то набирал раньше, потом что-то забросил это дело. Стоянка грузовиков запрещена с 10 вечера до 8 утра. Это как? Чё она запрещена-то? Вот там вот источник. Видите, дядька с канистры сейчас тоже за водичкой пойдет. И мы сейчас вот здесь машинку поставим и тоже сходим за водичкой. Уже окультурили. Ну, как я даже чемоданчик поставили. Вода хорошая, родниковая. Дождь закончился. И дорогу лил-лил. От самой этой. Вот так тут тучи заехали, вот так вот все, наверное, не прекращается. Вот только сейчас перестал. Уман отмылся, можно на мойку не знать. Ну, главное на шпагат не сесть, как сейчас тут будешь подниматься. Идет маленький, но идет. Зато не жарко, 20 градусов всего. Это испарение какое. Или нет, это не испарение, где-то выхлопная буса. Ну маленько помылся, да, но все равно на мойку надо. I'm gonna get back when I feel like. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word. You know I don't play right. You know I don't play right. Don't do this. I'm gonna get back when I feel like.
I don't play right. Just give me the word, I. You know I don't play right. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word, I. You know I don't play right. You know I don't play right. Don't do this. I'm gonna get back when I feel like. Десять минут восьмого. Мы в своей любимой промзоне под названием Калядичи. Кока-кола. Даже вывеску не сменили. Как разливали, так и разливают. И в ус не дуют. И они от нас официально не уходили. С России тоже типа официально ушли. Название сменили и все, и ничего не поменялось. Все, считаем машину и на хаос. Завтра часам к 8 приедем, заберем и поедем выгружать холодильники. Ну и тогда уже все итоги подведем. Наши. Чего у нас там получилось? По пробегу, по времени, по дням. Скорее рабочий день закончился, он скорее бус этого кинуть и домой. Ну и мы сейчас ставим мана и домой. Что-то у нас тут за коневодитель такой. Смотрите, лошадки гуляют тут что-то с жеребятами. Утро доброе. 19 июля. 7 утра. Выруливаем. Мы же еще не доработали до конца. Надо же холодильники выгрузить. А для этого сейчас надо на другой конец города переехать. На север нам надо. Мы сейчас на юге находимся. А мы уйдем на север, Что там за склады, я не знаю. По координатам поедем. Куда-нибудь приедем. Солнце яркое. Город начинает оживать. Все, сейчас все на работу потиху. Не спится нифига. По китайскому времени уже обед. Тут тоже ни свет ни заря. Сам проснулся без будильника, без ничего. Привычка, а? Дурное дело. Ладно, погнали.
Минск маленький город. Утром пока еще движения нету. 17 минут и мы на севере. Витебскую развязку прошли, сейчас там, через 5 километров. Я сейчас перезвоню. И как бы вот почти приехали. На этих складах я ни разу, наверное, не был. А может, ты был когда-нибудь, хрен, тут все, где ты все упомнишь, где ты когда был. Сейчас посмотрим. Но в этой части города мы не частые гости. Здесь там, да, особо-то ловить нечего. Основные промзоны все как-то больше там, на юге, на востоке. Давайте-ка, джентльмены, я вас сразу тут слегка подрежу. Починить, наверное, надо, да. Эта часть города, вот если взять, ну она такая, ну, непромышленная. Микрорайоны там называются, да, Зеленый Луг, например. Ведь этим все сказано, что как бы немного промышленных предприятий, соответственно, ловить нам здесь на грузовиках особо нечего. Все у нас, да, больше как-то там юг. Восток, юго-восток, юго-запад. В основном все там находится. Ну, я ж не считаю там эти БАЗ, там, тракторные, вообще в городе внутри. Так, ну сейчас крутим в сторону Мятеля. А это что тут такое построили? Тоже тут тысячу лет не был, мне-то тут тоже что делать-то? Что за стройка? Морд, что за... Пойму я, что здесь будет. Очередной торговый центр. Столько денег нету у Минске, на что столько в торговых центрах тратить. Да, вот, ходим на Мязель. Зао Патио нам надо там на складах найти. Проедьте 2,2 километра. 2,2
прям едем к Северному кладбищу. Да-да. Такое ощущение, что именно там, за Северным кладбищем, у нас и будут эти наши склады. Прям вот. Муха паскудная, наконец-то я тебя выгнал. Сегодня у нас, так это я посмотрел, не жарко. Вообще хорошо. Даже сейчас без кондиционера еду. 18 градусов. Песня. Сказали, вчера первый день прохлада. Такая более-менее пришла. А так все жарило тут под сороковник в Минске. И жарило, и заливало. Соответственно, тут то ураганы, то еще какая-нибудь фигня. За какой серьезный УАЗик поехал. А, да-да-да. Да, на Северное кладбище вот сюда направо, и сразу же оно начинается. А нам сразу за ним направо. Точно будем прямо на его задворках. Да, там видел я склады. Вот там нам разгружаться придется, видимо. Пятый элемент, что ли? Пойти, вот этот пятый элемент мы везем. Так бы написали по-нормальному. Пятый элемент. Ё-моё, а я-то думал, куда я еду, куда я холодильники везу. Пятый элемент. Это наша такая большая сеть магазинов. Ну, типа, как эти, знаете, там. Короче, бытовухой торгуют. Здрасте, приехали. А тут что, у нас только направо? Налево нельзя? Ну, судя по всему, только направо, налево нельзя. Ладно, поехали, развернемся. Тут у кольцо рядышком. Давайте развернемся на кольце. Раз ты... Если бы я знал, я бы через кольцо поехал. Через 90 метров выполните разворот на дороге с круговым движением. Съедьте, используя третий съезд. Что там, фуры стоят. А Северное кладбище, вот один из входов. Вот прямо. Здесь так много таких известных людей в Беларуси захороненных. Такое старое уже. Здесь уже, ну, давно не хоронят. Готовьтесь к правому повороту. Если подхоранивают. Почему я так хорошо это знаю? Потому что мне приходится сюда периодически ездить. Короче, все понятно, куда мы везем. В пятый элемент. Патио, патио. Пятый элемент, ёлка. Поймешь, за развязка какая-то, разметку понарисовывали непонятно какую, как тут ехать. Да вон на выгрузку стоял, да? Я так понимаю, что да. Колей. Становимся на парковку, пойдем узнавать, куда тут, чего тут. На следующем повороте поверните направо. А тут что? А тут что надо? Еще какой-то... Вы приведите конечный путь через 120 метров. Для получения парковочного нажать на кнопку.
что дальше? Ага. У них тут все так чересчур серьезно. Блин, а я тут вообще фикишусь. Такой хреноватенький радиус немножко взял это. Нормально, захожу. Сейчас пойдем тут узнавать. Че тут какие-то. Да ё-мо, это мухи. Ну, написали бы по-русски. Алексей Николаевич, вы везете холодосы в пятый элемент. Все. Патио какое-то. Короче, мне немножко не сюда. Да, это тут немножко другие склады, а мне вот, да, вот. Вот эту вот контору. Сейчас шлагбаум должен подняться автоматически. Первые 2 часа бесплатно. Оказывается, еще, видите, платить надо. Но сейчас посмотрим, поднимется он автоматически или нет. Поднялся. А если, наверное, больше простоишь, то это бабки надо платить. Мне вот сюда. О, видите, вон сколько желающих. Желающих, видите, сколько? О, я думаю, мы тут, наверное, можем прокурить долго в этом пятом элементе. Пойдем регистрироваться. Тут вот у них КПП. Сейчас мы вот сюда перелезем. Че я там на задворках истории буду стоять в самом конце? Вон, перейди свободно. Сказали, все, зарегистрировали. Жди звонка. Я даже не стал спрашивать у охранника, потому что там прямо на стекле написано: охрана не знает, когда у вас время разгрузки. Ну вот сейчас прямо вот сюда перееду. Станет. Ну все. И будем чекать. И другие склады. Тоже что-то все выгружают, загружают. Я думаю, разгрузят сегодня. Надеюсь, во всяком случае, на это. Мне отсюда до дома далеко. Мне на юг надо. Если что, домой. Как сказал бы Остап Бендер, грустно девицы. Время 5 часов уже вечера. В 9 утра я ходил, звонил. Знаете, что мне сказали? Мне сказали, вы 15-й в очереди. Типа, ваша выгрузка будет после 9 вечера. Ну, видите, рампы вон свободные. Правильно, они свои машины херачат. А нас будут уже вот поставщиков грузить, выгружать, наверное. Ну, хотя, ну вот сколько там стоит машин на выгрузке? Ну, я отсюда вижу.
две-три машины. Все остальное, все пусто. Задолбали. А всем пофигу. Пойду, думаю, тут деревня какая-то. Пойду пройдусь. И тут получается и дома, и не дома, понимаете? Ладно, где-то был ты там. Непонятно где так. Хрен с ним, ну стоишь. А тут вроде как и отдохнуть не мешало бы. Мы ж дальше поедем работать. Мы дома не остаемся. Ну как есть. Пошли пройдемся тут. Прогуляемся. Будем ждать. А что ж, до утра разгрузили. Что ж, на мойку надо потом. Чем рейс продолжается. Ну, не знал. ПАО «Первая Минская птицефабрика». Цех инкубации называется, оказывается. Здесь на сетке сидят. Цыплят высиживают. Пятый элемент. Нет слов, одни мысли. Десять минут четвертого. Суббота, 20 число. Да? Да? Суббота 20. С 8 утра в пятницу я тут отстоял. Что здесь никого нет, что ли? Въезд свободный. Никого не наблюдают. Так а нафига тогда вообще этот охранник здесь нужен? Шлагбаумы подняты. Три часа ночи позвонили. Ты на месте? Я говорю, ну? А нет, закрылся шлагбаум за мной. Наверное, просто автоматом кто-то на кнопочку нажимает. Гружаться будешь? Идиотский вопрос. Едь, говорит, на вторую рампу. А где тут вторая рампа? А, вот она вторая. У вас там, тебя там встретит, говорит, ну вон барышня стоит, наверное, меня встречает. Ну хоть так. Теперь уже точно выгрузят. Что делается, как это, как на магните. Правильно, все ихними машинами заставлено. Они свои машины грузят, загружают, загружают до фонаря. Сторонние организации. Как и везде, сторонние организации. Это все потом. Просоня машину поставить бы. Почти попал с первого раза. Почти не считается. С учетом того, что 10 минут назад я еще спал крепким сном, в принципе, не так, что и
грустно. Дождаться пломбу снять, открыть ворота. Пускай выгружает. У них тоже уже, видите, все тягачи уже сетраки. Вон сетрак, там сетрак, там сетрак. Прицеп это Касбюрер. Кёгели видел. Это все ихними машинами заставлено. Все они свои машины грузят. Ну ладно, что мы уже тоже под рампой. Все. Теперь уже. Когда разгрузят? В любом случае уже разгрузят. Уже он светает. Новый день начинается. Можно идти досыпать, если засну, конечно, но вряд ли. Самовар поставим, будем кофе пить. 7:10. Шиска. Не, ну так-то вот тут сказать, что это, тут даже душ есть. Туалет тут открыт, пожалуйста, круглосуточно, чистый, аккуратный, и душ. Я не знаю, работает или нет, но такая душевая кабина, все, походу, что работает. Сейчас я не пристегивался, что на пропуск надо еще идти отдавать. Что нам осталось сделать? Заехать помыть машину. Загнать ее на базу. На следующем повороте. Так как сегодня суббота, уже 20-е. Начальника колонны выходной. Ну, мой колонны сегодня в отпуске еще пока. Отчет прям кинем на проходные. Готовьтесь через 800 метров повернуть направо на дороге. На воротах, в общем, да и все. Посмотрим, да, может, масло наберу сегодня. Если приеду, еще рабочий день уже начнется. Если сейчас на мойке колейки нет, то мне тут еще помыться надо. 20 минут машина помыта, полчаса,
Я еще приеду, еще рабочий день не начнется. Тогда все эти с маслом, все дела уже были перед выездом. Заниматься. Да, долго все это, долго все эти маркетплейсы, эти все. Тише, у нас видите, полицейский лежачий, ё-моё, разогнался, уже все, уже скорее, уже все, глаза горят, уже все. Тише, трошки. Эти все интернет-магазины, долгая такая песня, ну считайте, в три позвали. Полчаса я топтался, ждал, пока мне там скажут, что пломбу снимать, не снимать. Сказали, подъезжая, вот где-то меня. Ну, считайте, в 4 только начали выгружать. Ну, почти 2 часа. Используя первый съезд. Долгая вся эта песня. Ну да ладно. Момент рабочий. Скоро только кошки родятся. Да? Хочется, чтобы было быстренько. Раз. Ну так же ж не бывает. В нашей работе так не бывает. Постоянно быстро быть не может. С круговым движением, а затем съедьте, используя второй съезд. Все, на МКАД. На наружку сейчас выйдем. Используйте второй съезд. Сюда ехали по восточной стороне, назад поедем по западной, потому что у нас мойка там. Я думаю, 6 утра там, по идее, колейки быть не должно. Главное, чтобы эти мощники там были готовы к труду и обороне. Тоже я их понимаю. Если они тут проспали полночи, сейчас 6 утра мойкой заниматься. Не очень-то такое. Пока проснутся, пока кофе попьют. Там, да. Ладно, уже. Час туда, час сюда, никакой роли не играет. Не жди белочку, туши акул. Нормальная реклама такая, да? Если я не ошибаюсь, нам сейчас направо на МКАД надо будет под знак выходить. По-моему, тут он висит. Грузовикам запрещено. Да. Тоже интересно, да? А как мне тут на МКАД повернуть направо? Никак не повернешь. Грузовикам только прямо написано. Ага, сейчас. Вот, видите, грузовикам прямо ехать. Куда прямо? Мне не надо в город, мне на МКАД надо. Через 300 метров поверните налево. Налево Машка кричит, это я ей базу забил. Кто-то не подумавший тут его повесил, этот знак. Все, вот, 200 метров мы, и мы на МКАДе. Но нельзя. Бред какой-то. Мне не надо дальше ехать там, где вон люди тут живут в своих коттеджах. Через 30 метров поверните налево. Мне на МКАД надо. Все, погнали на мойку.
Все, мы внутри. Поднял капот. Там внутри тоже промыли. Потому что такой слой грязи уже. Я уже на ремзоне отгреб. Да, помыть не мог. Все, 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 все. Сейчас помоем. Так. Итого у нас сегодня 20.07.24. 492.772. Следующим рейсом у нас пол ляма будет. Ой, мозги не работают сейчас с утра. 492.772. Плюс 12 километров. 492.784. километра. 39 дней у нас занял рейс. И проехали мы равно. Так, минус на начало 469.419. 23.365 километров. 23.365. Ну, будет немножко меньше. Резина у меня уже, видите, сами видели, какая подгулявшая, он перебивает километров. Грубо 23 равно разделись на 39 дней. Ну, среднесуточный пробег почти 600 километров. Так. Примерно такой расклад. Сейчас заявку напишу. Пускай смотрят резину. Скажут, ехать на ней, поедем. Три колеса нормально, одно такое. Может подрезать. Но, по идее, еще на рейсик должно хватить. Химии налил этой. Ой. Ну и с ведущей тоже. Ну и с этой, не с ведущей, а... Надо же со средней осью разбираться. С тем, что застрелилось. Ну вот как бы и все. Мы едем дальше. Мы дома не остаемся. Ну, тут побудем, сколько дней тут получится. И поедем дальше трудиться. На пенсии будем отдыхать. Если доживем.